А это всем известный сорт Рене Цимаренко. Сегодня 3 октября. Будем снимать яблоки уже. Они уже поспели. Надо закладывать на хранение. Урожайный сорт. Входит в 5 лучших. Очень вкусный, сладкий. Яблоня на подвое М9. Сформирована неправильно. В основном на черенки резалась. Урожайность все равно неплохая. Сорт должен быть этот в каждом саду. Его очень любят, очень хорошо покупают. Вот урожайность нацеплялась много, то размер не сильно крупный. Не сильно крупный, а усеяна вся. Снизу покажу. Ну, вяжется она хорошо на этой яблоне каждый год. Плюс-минус. Где-то вот таких. То 3, то 2,5, то 4 ящика яблок. Вот с этой яблоньки. Высота ее 2 метра, не больше. Так что такой сорт хороший. Старинный сорт. Цимаренко. Держится неплохо на дереве. Какие красивые яблоки. Уже на солнце с загаром. В тени то чисто зеленые. Вкус у них винный такой, с винным ароматом. Ни на что не похожий. С закрытыми глазами. Съешь и сразу поймешь, что это за яблоко, что это за сорт. Лежат они хорошо. Лежат до конца февраля. Ну, именно этот сорт у меня. Уж их вон много всяких. Самый рынок. Этот лежит до февраля месяца. До конца. Надо его тоже обрывать уже. Уже пора. Уже заморозки. 3-й или 4-й заморозок. Их уже надо ложить на съем. Ну, средний вес у него, я не знаю, ну, грамм 150, наверное. Надо его обрабатывать от болезней, потому что он неустойчивый. От парши, его парша бьет. Мучнистая роса тоже. На листьях где-то даже есть. И обрабатывалась. И парша тоже залеченная. Вот парша началась. Обработку сделали. Она затянулась. И самое тут. Сорт вкусный, но его надо с ним чуть-чуть заниматься. То есть, если посадить его, ничего не делать, то, естественно, ничего не будет. Неустойчивый от болезни. Так что сажайте и кушайте вкусные яблоки. Рене Цимаренко. На этом дереве сейчас, я не знаю, ящика 2,5 вот этих яблок. Может, 3. Где-то так. Ну, в общем, килограмм 20. Килограмм 20 висит. Так что так. Сорт очень вкусный. Мне он очень нравится. Да, людям тоже.